Ты идешь домой, Пузаев? Идешь? Да сейчас. Песок. Песок, песок, песок. Песочек. Так, еще немного. Еще чуть-чуть. Эй! И чтоб никто не догадался. Бери и молчи. Он чего того перегрелся? Привычка. Он 5 лет на сахарном заводе работал. Ах, привычка. Круглый год и зимой, и летом пасутся на севере огромные стада оленей. Олень – это и вкусное мясо, и тонкая замша, и теплый мех. Вот какие красивые вещи можно делать из меха оленя. Торбоса и коврики, куртки и шапки. Наверное, каждому хотелось бы иметь такую шапку из оленьего меха. У вас есть в продаже шапки из оленя? Нет. А бывает? Бывают, но редко. Странно. Ведь этот универмаг находится в Магадане, там же, где построен кожевенно-обувной комбинат, специально для переработки оленьего сырья. Красивая продукция выходит из его цехов. Теплая, удобная. Говорит директор комбината товарищ Славик. Такой продукции мы можем дать еще на 1,5 миллиона рублей. Но у нас не хватает сырья. Нас подводят заготовители. Вот такие телеграммы мы отправляем постоянно. Тюменский облрыбопотребсоюз сорвал поставку 20 тысяч шкур оленя. Канский кожзавод сорвал поставку шкур моралов. Красноярское управление глав охоты категорически отказывается поставлять кожсырье из-за отсутствия шкур под угрозой срыва выпуск кожтоваров. Странное положение. Ведь заготовители по договору обязаны сдавать на кожкомбинаты не только мясо, но и шкуры. За шкуру с нас шкуру не дерут. А как же план? Государственного плана на закупку оленьего, кожевенного и мехового сырья до сих пор нет. Эту справку нам дал инспектор по качеству сельхозпродуктов по Магаданской области товарищ Ковалев. Странная вещь получается. На мясо, молоко, яйца, картофель, овощи, ягоды, даже на грибы. Такой план есть. А значит, есть на них и государственная отчетность. А вот на ценную продукцию оленьей шкуры плана нет. Отсюда бесхозяйственность, безответственность заготовителей. Так вот в чем дело. Нет государственного плана по закупке оленьего сырья. Шкуры, брошенные заготовителями под открытым небом на долгие зимние месяцы, приходят в негодность, гниют. А заготовителей это совсем не беспокоит. Ведь они могут сдать шкуры любого качества. Могут задержать отправку сырья на любой срок. В худшем случае заплатят штраф. Из-за этой безответственности в трудном положении оказались работники кожевенного комбината. Простаивает половина оборудования. Кожа, выделанная из гнилых шкур, не выдерживает никакой обработки. Сырье приходит такого качества, что из шкуры целого оленя с трудом получается пара перчаток. А если бы на заготовку оленьих шкур был бы государственный план,
Что бы тогда делали заготовители? Тогда бы старались сдавать шкуры только первым сортом. Тогда бы был контроль, была бы ответственность. Тогда бы мы были обеспечены качественным сырьем, работали бы на полную мощность, а в магазинах бы было больше нашей продукции. А пока заготовители, пользуясь отсутствием государственного плана на оленьи шкуры, продолжают поставлять на комбинаты гнилье. Разве это сырье? О каком качестве может быть речь? Это сырье почти все пойдет на свалку. Мы получили из Норильска 14 тысяч шкур оленя. И все 14 тысяч придется выбросить. Да, именно выбросить. На свалку. Ежегодно бульдозер сгребает в мусорную кучу тысячи оленьих шкур, которые уже никогда не станут замшей, кожей или мехом. Пропало и продолжает пропадать ценное сырье. А государству наносится огромный материальный ущерб. Нам думается, что Госплану РСФСР необходимо изменить создавшееся положение. Сергеевич, дамский портной из Риги. Мне номер с ванной, гостиной, фонтаном и садом. Я не привык кое-как. Вы знаете, сада у нас вообще нет. И фонтана тоже. Но могу вам предложить очень хороший номер с санузлом. Будете довольны. Так и знал, что в этом захолустье нет хороших номеров. Но оформляйте. Не ночевать же мне на улице. Пожалуйста. Так говорите, санузлом? Да. Посмотрим. Маша, сейчас поселила закройщика из Риги. Интересный такой. Фонтан требовал. Слушай, как ты думаешь, я могу ему свой костюм показать? Ну, я ему номер дала из директорского фонда. Я понимаю, что, судя по сервировки и посуде, выбор у вас невелик. И все-таки постарайтесь, чтобы мне приготовили там порцию омара. Чего? Какой еще омар? Я дамский портной. В омаре много фосфора. Это помогает мне думать над линиями. Понимаете? Я передам. Так обхаживают, а? Это что, Боржом или у меня галлюцинации? Наверное, какая-нибудь знаменитость. Такая знаменитость, знаю его. Ученый из Риги. Математик. Академик. Да ладно, стали бы они так крутиться вокруг академика. Так он выдается из адамского портного. Он охотчивый. Все рассчитал. Математик.